С газом шутки плохи. Специалисты Мособлгаза проверяют исправность газового оборудования в индивидуальных жилых домах. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования. Григорий Ворванин продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Мособлгаз, Люберецкая РЭС. Дом за домом, плита за плитой. Вооружившись чувствительным прибором, специалисты Мособлгаза с начала года ежедневно проверяют исправность газового оборудования в частном жилом секторе. Хозяйка дома Тамара Баймасова умеет обращаться с газовым оборудованием. Говорит, в домах, где жила и живет, никогда не было электроплиты. И по запаху газ определит сразу. Как-то пришла, запахло газом. Мы быстро переключили, муж сразу проверил вот это мыльной водой, и вот здесь вот была лопнутая гайка. Когда нам кухню делали, видимо, они перегнули. Газовики похвалили Тамару Александровну за бдительность, при этом напомнили, самостоятельно менять гайки на газовом оборудовании запрещено. Закрываете кран, ни в коем случае не пользуетесь приборами, то есть не включаете свет, не зажигалки, ничего. Открываете дверь, открываете окно. Полностью проветриваете помещение, соответственно, вызываете аварийную службу Мособлгаз. На территории Люберецкой ремонтно-эксплуатационной службы Мособлгаза 2000 частных домов, подключенных к центральному газопроводу. Больше половины уже обследованы. Помимо исправности оборудования, газовики проверяют наличие договора на техническое обслуживание. Если нет договора, его необходимо заключить либо с нами, либо с любой организацией специализированной. Если его нет, то, соответственно, сотрудники Мособлгаз выписывают уведомление с периодичностью в 20 дней и, соответственно, просят заключить договор. Если при повторном визите договор не будет заключен, то сотрудники вправе отключить подачу газа. Пока в Люберцах таких случаев не зафиксировано. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.